На портале, между тем, стартовало народное голосование за лучшего доктора Подмосковья. Цель – подарить возможность пациентам высказать свое признание талантливым и внимательным медикам. И лишний раз напомнить о престиже этой профессии. Кто в списке лучших нашего округа и об алгоритме голосования расскажем прямо сейчас. Жители Подмосковья выбирают народного доктора в двух категориях – детский и взрослый. Голосование за лучших в профессии началось 1 августа на портале «Добродел». Клинчане пока раскачиваются, а ведь это прекрасная возможность публично признаться в уважении к своему доктору. Идея на самом деле очень хорошая и является позиционированием профессии доктор, врача. Мы неоднократно и хотя бы один раз в жизни обращались к врачу, но не всегда нам удается поблагодарить врача за его работу. Поэтому я считаю, что конкурс это является таким поводом хорошим жителям выбрать лучшего доктора, как взрослого, так и детского. И когда вы будете голосовать, то необходимо оценивать, насколько доброжелателен врач к своему пациенту, насколько вы могли бы рекомендовать этого врача своим друзьям, знакомым. По Клинскому округу в списке голосования 303 врача. В числе лидеров Елена Черноморец, акушер-гинеколог Клинской городской больницы. Не знаю, почему в 9 классе на выпускном даю интервью тоже для общего видео, для классного, что я хочу быть гинекологом. И вот потом поступила в институт, несмотря на годы обучения, 6 лет, да, все-таки мое мнение, как-то мое вот такое желание, оно не изменилось, хотя я видела много других специальностей, да, все равно вот решила стать акушер-гинекологом, ну, в принципе, думаю, что получилось. Елена Черноморец – врач высшей квалификации. В работе старается использовать современные методы и достижения медицины. Быстро и адекватно принимает решения во внеплановых ситуациях. Человек неравнодушный. На общественных началах проводит занятия для будущих мам. Участвует в деятельности общественной палаты округа. За 12 лет заслужила хорошую репутацию клинчанок. Ее рекомендуют знакомым и близким. У меня сестра родная рожала у нее в 17 году. Очень хороший врач. С Еленой Александровной мы знакомы с 2011 года. Это очень чуткий, отзывчивый человек. Всей душой готова прийти всегда на помощь. Фактически круглые сутки на работе. То есть вот с 2011 года и второй раз пришли за ее помощью. Голосование за народного доктора продлится до 10 сентября. Для того, чтобы отдать голос за своего любимого врача, на сайте «Добродел Мосрег.ру» необходимо выбрать муниципальное образование, медицинскую организацию, врачебную специальность и фамилию, имя, отчество врача. Проголосовать можно только один раз и за одного кандидата. Итоги подведут 17 сентября. Наталья Российская, Иван Першин, Анастасия Галкина, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.